него вообще стоит система очень умная, хорошая. Это... Здесь лифт сиденья. Лифт сиденья есть? Когда машина близко, датчики вот эти отслеживают. Вот есть сзади, вижу, и проем садиться, если честно говоря, не очень удобно. А хотелось бы? Очень. Просто для понтов. Пока было такое, что она мне прям пи-пи-пи-пи пищала. Здесь уже начала ржавчина появляться, это тоже надо будет удалить. Когда назад сдаешь, да, она здесь показывает. Тут еще какая-то функция, если она сама паркуется. Правда, еще не находил ее. Друзья, сегодня у нас вторая часть Mercedes. Обратил внимание, что у тебя на бамперах стоят датчики видимо приближения. Показывает на зеркалах что-то какое-то опасное приближение боковых машин? Не обращал внимания? Показывает. У него вообще стоит система очень умная, хорошая. Это не знаю, как она называется. Когда ты едешь впереди, она за много метров, а тебя фиксирует впереди машину и начинает за ней следить. В случае, если скорость и расстояние уменьшается быстро. Она подхватывает, она будет притормаживать. Сначала дает звуковой сигнал о том, что предупреждает водителя внимания, если он потерял. Вот, если он не обращает внимания, она сама машина становится, начнет тормозить. А, то есть, ну, типа активного круиз-контроля получается. Да. То есть, получается, если ты, ну, там, проморгал, он затормозит реально. Пробовал? Нет. Но есть мысли, что-то такое, там, бумагу, обои, что ему сделать, чтобы было препятствие, разогнаться, посмотреть, насколько это, проверить, как это работает. Пока было такое, что она мне прям пи-пи-пи-пи пищала. И внимание, ну ты более внимательно к этому моменту. Ну, здесь смотри, здесь для чего? Карточки что-то какие-то вставляют? Да не знаю, если честно, для чего это штуки. Ну, опа! Это я вывернул, что ли? Нет, это просто вставляется, я же не мог это вывернуть. Ну, вставляется, зачем, интересно, я не знаю, для чего. А, ну это, видимо, это, видишь, либо как подстаканник. Только наоборот чуть-чуть, она встанет у телефона. Либо она как подстаканники. Ну, сюда водичку ставил. Я просто думаю, она сдвигается. Нет, она не сдвигается. Сдвигается, сдвигается вот подлокотник. Если уже вот так вот надоело, чтобы удобнее было. Открываешь здесь отсек, у него есть у меня очки, да. А вот смотри, не вижу, ну здесь тоже разные бардачки. Тоже, да? Да, здесь тоже, ну у меня здесь для подзарядки служит. А, вот, кстати, хотел спросить, да. Получается одна розетка? Нет, две. А вторая? Вторая. А, вторая как у пассажиров получается. Для пассажиров могу подзарядить. Ну, сейчас, секундочку. Вторая у пассажиров, ну слушай, очень удобно. Что именно у пассажиров, как бы не надо тянуть там, если с семьей ездишь. Угу. Зеркало затемняется автоматически? Нет, нет, да, вот смотри, регулировка обычная просто. Не было такого, не было. Здесь вот, скажи, вот это что такое, динамик как будто какие-то стоят, что здесь такое? Не обращал внимания? Возможно, оттуда писк идет. А, вот, возможно, писк предупреждение, да? Датчик дождя света. Ага. Фары включаются автоматически? Да, кстати, фары сами автоматически включаются. А дождя, у меня дождя не было, чтобы они вырвались. Возможно, есть датчик еще и на снег. Но это можно проверить. Вот, регулировка, получается, поясничного отдела. Здесь лифт сиденья. Лифт сиденья есть? Вот лифт сиденья, а это перед поднимается. Вот, перед, вот это. Перед поднимается, это получается. Для ног, да. И получается... Ну, это сидушка, да. Вот крутилка. То, что я говорил, мне тут не нравится крутилки, как бы, ну, Citroёn, ну, вот такие рычаги гораздо удобнее. Ну, да. Ну, тут как бы палка о двух концах. Рычагами удобно быстро разложить, сложить. Но крутилками удобнее, в чем удобство? Ты можешь регулировать... Более тонкая регулировка. Да, более тонкая регулировка, да. Коврики родные, ну, как были, как ты купил. Да, так остались. Угу. Ну, салон действительно красивый, машина действительно красивая. Можно я открою? Смотри, у тебя рост 1,84 у меня. 84. Как вообще вот посадка? Нравится? Да. То есть все видно, вот стойки там ничего не мешает, то есть. Нет, с этим все нормально. Она в этом плане хорошая. Ну, меняешь только этот. А, ты уехал, да? В процессе езды меняю, потому что ну, я не люблю на одном месте долго сидеть, я постоянно ее... Меняешь просто положение. Да, в Citroёn этого не было, я не менял. Здесь гораздо удобнее и меньше она затекает. Тут классно. Прям очень классно. Я не сдох по длительности расстояния, вот, а на ней все-таки получилось. Вот до 500 километров в день я переезжал, прям это, для, даже больше, 800 я проехал. Ну, это круто. Как бы человек, который 8 часов до Краснодара ехал и два раза останавливался поспать. Серьезно? Да, я очень утомлялся в этом плане. А тут такое расстояние. Поначалу было не очень, дороги не позволяли.
прям медленно ехал, аккуратненько. А потом, когда лучше, ближе к нашему краю, там уже можно было больше преодолеть. Ну да. Это вот получается кнопка багажник. Еще ни разу на ней нажимал, давай попробуем. Да, багажник открылся. Да, багажник открылся. Ну раз багажник открыли, слушай, ну багажник большой. Ну, в принципе, большой, да, человек влезет прям. Смотри, тут человек, тут двое влезут, при желании. Ну, реально большой багажник. Но единственное, у него он большой, но вот этот проем узкий. Но эта машина, в принципе, не предназначена для того, чтобы... Сюда продукты, я так думаю, закинуть. Да, продукты, как он, ну, чемодан закинуть, когда куда-то полететь. Вот про что я говорил, патроники вот стоят, а вот датчики, которые отслеживают... А, вот это напишет, когда машина близко, она мне... Когда машина близко, датчики вот эти отслеживают. Вот есть сзади, вижу, есть спереди. То есть, как бы. А сзади дисковые тормоза, я смотрю. Впереди дисковые вентилируемые тормоза. Да. То есть, как по тормозам? Отлично вообще. Не пробовал тормозить в пол прям вот? Нет. Не пробовал? Я бы попробовал. А? Я бы попробовал. Ты попробовал? Смотри, цвет. По поводу цвета. Я смотрю, я сначала думал, машина черная. Вот сейчас смотрю, я не знаю, камера передаст, нет. На багажнике видно, на крышке видно, он немножко фиолетовый такой. Ну, в этом плане, я ехал за черной изначально машиной. Не, ну вообще, смотрит в черный. Первое, что я сделал, это расстроился, первая моя реакция. Почему? То есть цвет прям... Да, у меня было ожидание, но не соответствовало действительности. И у меня как бы резонанс произошел во мне. У меня была либо черная, либо белая машина. Ну, либо туда, либо сюда. Другого варианта не было. Приезжаю, тут фиолетовая. Но она не фиолетовая. Она такая, она реально смотрится, ну, с первого взгляда черная. А потом уже понимаешь, что такой отлив такой, ну, интересный цвет. И тем самым получается интересно. То есть, таким образом я выделяюсь, и я пересмотрел свою точку зрения, что... Ну, да. Теперь мне нравится. Интересно. Ну, смотри, вообще, вот ты говоришь, машину проверяли, вообще делали ли они что-то по кузову? По кузову нет, кстати, у нее все с этим четко. Все свое, да? Ну, вот это вот, я смотрю, царапина это? Да, это глубокая царапина у нее. У него, скорее всего, крыло алюминиевое, поэтому не ржавеет, да? Или ты не знаешь? Я не знаю, Леш, он не ржавеет. Но этим займусь вопросом, мне не нравится, слишком она явно выделяется, да. Вот здесь и на заднем крыле еще машина, видимо, выезжала, и камень отлетел, крыло ударил. Вот здесь оскол произошел, и здесь уже начала ржавчина появляться, это тоже надо будет удалить. Здесь не надо. Ну, это самого такого, что было глобальное. А так, все остальное у нее все целое, она не была в аварии, не была бита, ничего не ремонтировалось. Проверяли мерседесовским оборудованием для мерса специального человека там в Саратове или в Самаре. Специально обученный человек? Да, ну, прежде чем покупка совершалась. А багажник закрывается просто, да? Ну, кнопки... Да, кнопки нет, к сожалению. А хотелось бы? Очень. Просто для понтов. Смотри, а машина не затонирована, тонировать будешь? Наверное, да, Леш, все-таки мне больше нравится, чтобы сзади было затонировано. А вообще, как относишься к передней тренировке? Вообще смотрится круто, но это небезопасно, поэтому... Ну, то есть ты против как бы? В ночное время суток можно все-таки, не стоит. Не стоит. Риски... Я поддерживаю. Риски слишком большие. Я тоже против того, чтобы... Красиво, но риски большие. Попробуй сесть за себя назад. О, хотя не сел. Ну, в принципе, ты помещаешься? Да, но у меня немного голова... Голова, в принципе, немножко задевает. Да. Ну да. И проем садится, если честно говоря, не очень удобно. В общем, это для передних пассажиров, для водителя машины основной. Да, основной. Вот за тобой, наверное, ты чуть-чуть ближе отъехал. Не, все же это для передних, да. Сзади вот с моим ростом, как бы, на длительную поездку мне будет тяжело. Да, либо какие-то, да, по городу какие-то поездки, но... Нет, длительно тоже можно, наверное, но... Ну, не с таким комфортом, как бы. Да. Не для этого, видимо, машина делается. А это вот что такое? Это партроник. Когда назад сдаешь, да, она здесь показывает. А, расстояние. Вот право-левое крыло, да. Ты в зеркале его видишь? Слушай, ну прикольно. Камеру ищут эту штуку. Да, прикольно придумали. Свет получается вообще отдельно над пассажирами. Отдельно, и включается он у меня. Это очень удобно, кстати. Ну, потому что пассажир шел, ты потом тянешься, тебе неудобно. А то я им надо, сейчас включу, я регулирую это. У пассажиров есть, ну, опустить стекла, поднять стекла. Подогрев сиденья здесь есть? Передних, у задних нет, у передних пассажиров. А, ну вот мы про розетку говорили. Вот розетка и какой-то кармашек. Ну ты же не куришь? Я не курю у него, кстати. Не приверженец этого. Ну да, правильно. Сколько, кстати, у него бак? Вот я тоже сегодня это пытался выяснить, потому что я когда ехал, не знал, где заправка будет. И все время, ну смотрю полбака, я дозаправляю полбака, там чуть меньше, постоянно каждый раз по-разному. Вот сегодня в нее почти 50 вошло. Ага. Ну, прям показала полный? Нет, 46.
А, ну я имею в виду, ты до полного опять заправил? На Мираске литра 50-55 дней только. Ну, с таким расходом, там, ты говоришь, там, 7-8, это получается, там, ну, прилично, в принципе, хватает. Угу. А, вот сейчас отсюда видно прямо этот передок, когда блестит. Да, смотри. Ну, да. Ну, я так понимаю, у тебя первый... Ну, зная тебя, вот немножко уже узнав тебя, я так понимаю, у тебя первая очередная задача там подушку эту поменять, вот это вот заделать, да? Да, вот эти две. И, скорее всего, отполируешь ее. Да. Потому что я так понял, как бы ты прям вот тщательно следишь за машиной, как бы. Тебе нравится, чтобы она была красивой. Да. Как думаешь, на сколько взял? Наверное, по делам финансовым. Если будет все хорошо получаться, то мне хотелось бы еще на Toyota Prado покататься. На Prado? Да. Почему не Mercedes какой-нибудь? Или на Мерседан. В принципе, я садился в Прадике. То есть на кроссовер все-таки хочется? На кроссовер, да, наверное, не на Прадике. На Прадике мне не нравится внутри салона, он такой какой-то, ну, как для деревни, что ли. Ну, как, не знаю, как, не, ну, в общем, я ожидал больше тоже. А здесь все как-то круче. Ну, сейчас поездить на этой машине, ты уже, да, уже запрос у тебя, наверное, все равно уже повысится. После Citroёn все-таки все равно, как бы, это, ощущения другие, в любом случае. Да, они сейчас трансформируются. Да, да, да. А, вот, кстати, я, знаешь, что хотел спросить? Вот это вот... Это, получается, если, не дай бог, перевозить, понятно. Это партроники передние. А вот это что, омыватели фар? А, наверное, омыватели фар можно допом заказать, ну, поставить. Я, думаешь, их нету? А что, могут выезжать, да? Ну, могут выезжать, да. Ну, понятно, дождей еще не было, я так понимаю, под дождь не попадал. И под... А что, они сами будут выезжать, да? Они сами выезжают, да. То есть не я регулирую, они сами омывают, они, да? Сами выезжают. То есть, но если... она регулирует сама. Вот вчера вечером машину включил, она... И все туда. Вот и фары, короче, играли у нее сами автоматически. А, ну, может быть, да. Но в повороты не входили. В поворот не, при повороте руля не делали. В повороте уже ТАЕшки, видимо, у них эта тема встроенная. Ну, вообще, если здесь есть все-таки омыватели фар, если они не отключены, потому что многие их отключают, потому что идет перерасход воды. А ты не чувствуешь, да? Воды-то ладно, как бы перерасход идет. Просто, допустим, если вот ты же брат в Самаре брал, зимой не замерзай, коля, налил, и через фары там она быстро-быстро кончается. Поэтому их некоторые отключают. Но вообще они сами регулируются, и они там... Вот ты нажимаешь воду, они, по-моему, каждый третий или каждый пятый раз твоего нажатия, они омывают фары. Вот что. Здесь повторитель поворотов, я так понимаю. Да, повторитель. Вообще, как обзорность? Я даже к этому вопросу не подходил, знаешь. Ну, значит, меня устраивает. Значит, меня устраивает. Не, наоборот. Ну, в принципе, да. Если ничего не зацепило, значит, все хорошо. Задом я еще, честно, когда сдаю, не привык. Потому что я эту машину хорошо габариты чувствую, это не очень. Здесь я три дня ехал впереди, я знаю, как, а задом очень мало опыта. Ну, здесь есть камера, я думаю, прям... Тут еще какая-то функция, если она сама паркуется. Правда, еще не находил ее. Подъезжаешь, нажал, ну, видел, когда форумы смотрел. Я говорю, ты еще пока даже про машину многого не знаешь, поэтому интересно с тобой встретиться будет вот через годик, когда ты ее поездишь, там, возможно, что-то сделаешь. То есть... По-другому себя зарекомендуют, там какие-то плюсы и минусы уже появятся, да, согласен. Ну, мы с тобой встретимся через годик, да? Да. Ага, отлично. Либо перед продажей. Ну, либо перед продажей, да, как с Citroёn получилось. Друзья, ну мы сделали с Алексеем небольшой обзор его машины, Mercedes CLA, которую он приобрел буквально недавно, проехал на ней, наверное, что, пару тысяч, наверное, накатал. Ну, пару тысяч накатал. Да, пару тысяч. А, понятно, что много Алексей еще не прочувствовал. Понятно, что после Citroёn он кайфует. Кайфуешь? Конечно. Вот, отлично. То есть, я надеюсь, этот кайф от этой машины у него будет долго. И через годик где-то мы с ним встретимся еще раз, я надеюсь. И он уже подробно расскажет, что нашел в этой машине. Кайфует ли он по-прежнему через год от этой машины. Но я надеюсь, это останется. И, ну, как бы без аварии самое главное. Вот.